Они не кусаются, ничего? Не как? Клюют, не клюются? Клюются. Да. Клюются, и не больно. Вот. Да. Ой, ой. Ну, кусается, но нету зубов, как у динозавра, нету, как у крокодила. Нету ничего, он не ничего. Но я вам сейчас вот сено тут есть у меня. Вот берите сено один из вас, берите сено. Оль, иди возьми. Кормите, вот, да. Вот так вот. А другой фотографируете, а потом меняетесь местами и как будет. Они за сено берут, не бойтесь не. Вот или дочка вот лично. Дай, вот, дай им, вот папа писал. Не бойся, не бойся. Поближе, тяни сюда к себе, а, потому что он потянет горло себе. А ты смотри в аппарат, пап. Да ладно. Нам страусов интересно снимать. А. Друг друга можно снимать. Это мы уже видели. Бери. Просто они бешеные, когда вот заходят к ним туда. Если к ним туда заходишь, они могут растаптывать вот этими ногами, особенно вот этот кокоть. Ага. Кокоть у них, да. Вот ноготь. Ага. Вот. Ноготь очень острый. На ноге вот есть два пальца, вот на одном пальце есть ноготь. Так вот этот ноготь очень... Смотри, чтобы он тебе рукавичку не съел. Да. Потому что... Держи. Потому что проглотнет. Не, бери сено и фотографируй. Пап, давай тычку. Давай. Черный? Да. Молодец. А есть специальный инкубатор, где... Вот, смотри, друг другу. Вот. Да, они как бы щипают. Расчесывает, скажем так. Вот это да. Вот это да. Ну, то, что они, знаете, у них характер такой, они глупые. Они хозяина не знают, они не признают никого. Они... Как куры. Ну, куры еще как-то можно заходить к ним, они не прыгают на голову. Да. Зато некоторые петухи есть, которые прыгают на голову. Да. А куры нет. Так вот эти те же самые, они вот такие. Птица-динозавр, птица-зверь или как? Нет, вы знаете, наверное, все-таки есть какие-то особи, которые понимают. Ну, они нет. Они нет. Красавцы. Это мини-лошади. А есть у нас пони. Там дальше есть. А то есть это не пони, да? Это не пони. Это вот это ожеребилась вот этого. Ага. Она мать детеныша. Ага. Понятно. А чем отличается пони от мини-лошадей? Мини-лошади вот эти, самые маленькие. А пони, вот посмотрите. А пони крупнее? Крупнее, да. Угу. Мини-корова есть, значит. Пойдем посмотрим. Мини-корова. Мини-кошка. Кошка тоже мини? Кошки это они. Котенок? Привезли нам, женщина привезла троих кошек. Они маленькие, просто они маленькие сейчас. Это котенок или котята? Это котята, потому что он такой ласковый. Так, нет, потому что она вас будет, если хотите, пожалуйста, я не против. Я не возражаю. Она вас будет царапать, потому что они так прилипают к людям. Рождаются как эти котята и больше не вырастают. Вот это мальчик, это девочка. Ага. А это козлята. Тоже все мини? Тоже мини. Да. Козленок и коза. Коза имела детенышей, но она выкидыш получилась у нее прошлым весной. Сейчас она опять беременна, наверное, будет что-то. Ага. От него, от Яшки. Яшка – это Глашка. Ага. Там мини-коза, мини-барана, а это мини-корова. А эти на место, да. Молодец. Есть еще 2 месяца. А она беременна тоже от такой карликовой породы? Она беременна от искусственного осеменения, короче, ей осеменили искусственно. И тоже такой же породы, конечно. Ох, красавец. Хорош. Хорош. Валяется, потому что он сегодня не был на улице, и поэтому. А, он обрадовался. У него косичка заплетена. Да, мы катали Снегурочку на Новый год на нем. Просили в Мышкино, мы как Снегурочку. Она пахнет молоком. Ну. Такая. Вы еще не доили ее, да? Нет, потому что она первый раз сейчас будет. Она же нетелая была, как бы есть. Вообще у нее такая шерсть, что мне кажется, она будет потом выдерживать морозы. Может, пока по крайней беременности. Она выдерживает, но все равно в холоде надо держать. Не холодно, она сейчас будет ложиться. Куда? На снег нельзя. Поняли. Глаша. Тебе хлеба дает, Глаша.